Такие проверки проводятся практически ежедневно. Поводом для приезда в Огнево стала несвоевременная сдача местной управляющей компании «Эверест» документов о проведении в рамках подготовки к зиме промывки и опрессовки систем отопления. Руководство управления по ЖКХ районной администрации проверило многоквартирные дома номер 6 и 8 и в итоге поставило работе УК неудовлетворительную оценку. В подвалах мусор, я уже не говорю про инженерную составляющую, про состояние там теплоизоляции, о ней даже говорить нельзя, потому что ее просто нет. Но обрывки ее я не могу назвать нормальной теплоизоляцией. В подъездах уборка не производится. По заявлению жителя мы спросили, как часто проводится уборка. Раз в неделю. Я считаю, это абсолютно неудовлетворительно. Были претензии и к вывозу мусора с придомовой территории. Теперь за «Эверестом» будет установлен особый контроль, чтобы компания исправила сделанные замечания и в дальнейшем выполняла все свои работы и обязательства перед жителями. Если же ситуация не изменится, то УК ждут неприятные последствия. Но на данный момент мы просто даем предостережение управляющей организации. Если они это не исполнят, будет обращение в ГЖИ Московской области и прокуратуру Щелковскую. А в поселке Юность после жалоб жителей на низкое качество воды на водозаборном узле за 2 недели промыли всю систему, поменяли часть фильтров и еще 2 предстоит заменить. Межрайонный Щелковский водоканал в рамках подготовки к зиме провел большую работу, привел в нормальное состояние станцию обезжелезивания, заменили все фильтра. На данный момент взяли пробы воды, лаборатория. По итогам будет экспертиза до проведения работ и после проведения работ на качество водоснабжения. Я думаю, население сейчас поймет, отнесется к этому очень лояльно, потому что водоснабжение будет подаваться во всех нормах. Сергей Дадыко, Михаил Налетов, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».